татары. Хотя, я вот скажу, 95% наших посетителей, когда я их спрашиваю, например, про какую провокацию, они все говорят, с турками. Ну, я им, что мне остается? Говорит, у вас паспорт есть? Они говорят, есть. Так дуйте, пожалуйста, в Турцию. Вот она через нет, они говорят, нет, там украинцы. Вот оттуда. Царская крепость не находится, я не знаю, где-то на Дунае. Вот она, среднее течение Днестра. Здесь она была подставлена, поднята, чтобы она выполняла свои функции именно здесь, а не там. Оттуда шли. Заволжские татары. У Липника, помните, 1469 год, разбита полностью вся татарская орда, взят в плен сын великого хана Эмирек и сам брат хан. Они, хан был в Могилеве, он направил посольство к Стефану Великому. Это 100 татар. Ну, конечно, золото, серебро, подарки нашему великому князю. Ну, среди этих, да, там человек. Он когда, наверное, видел нашего шефа метр 57, он взял эти, да их присмотри. Если думаешь что-то плохое насчет сына великого хана, то наш император. Стефан посмотрел, хлопнул ладошками. Появились два капитана, говорит, слушай, ваше величество, двух лошадей принесли связать. За ноги, за ноги. Разорвали на части. Говорит, он мне не нужен. Обратно. Берите. Но туда назад вернется один, без носа и ушей. Остальных на кон посадите. Так был ответ. Прибыли после этого татары сюда. Аминь.